Поскольку мы сегодня играем в большом зале, большой концерт, я не мог бы войти на выпуск. И сменил. Вот. А следующая песня, которую мы исполним, представляю ее, хочу сказать, что меня часто спрашивают, даже моя мама меня спрашивает, все спрашивают. Скажи, типа, ты знаешь, что, как люди реагируют на твои песни? Вообще, что они говорят, люди, что пишут тебе люди, знаешь ли ты? Всем так интересно это все. И, собственно, вот эта песня, которую мы сейчас исполним, она об этом. Да, я знаю. «Имхо», наверное. Песня называется «Имхо». Тогда пей!